Здравствуйте, мы находимся в Берге Клондайк, и мы продолжаем открывать всякую такую всячину интересную. Призовые постройки с полезными крафтами. Ну вот у нас такой вот автоматом. 10 раз мы можем забрать подарок. Поехали. Хорошо, хоть он небольшой. А, еще и ресурсы принес, не только энергию. Ну, довольно-таки симпатичный молодой человек. Его, кстати, можно везде поставить, потому что он маленький такой весь. Ха, да я, конечно, пошутила насчет везде. Не, я нашла ему место. И на этом все. До новых встреч.